Сегодня у меня день рождения, и моя супруга подарила мне экскурсию на Гран-Канария, гид Константин, который нас привез в это удивительное место, такое необычное, аутентичное, где, наверное, до сих пор еще живут люди в этих, но они живут точно, потому что тут живут козы, живут кошки, людей мы не видели, но и они тоже здесь живут. Такая деревня, выдолбленная в скалах. Вообще остров Гран-Канария очень интересный, есть тут на что посмотреть. Боюсь только, что одного дня будет очень мало. Присоединяйтесь. Классное место. Пока.